Добрый вечер. Вы смотрите новости из Венгрии на телеканале М1. В студии Анастасия Керекеш. Коротко о главных событиях дня. Когда мы защищаем себя, мы защищаем Европу, заявил премьер-министр Венгрии на венгерско-сербском саммите. Премьер-министр и делегацию Сербии Виктор Орбан принимал в своей резиденции. После встречи глава венгерского правительства говорил о том, что американский провал в Афганистане создал ситуацию, которая может привести к миллионному потоку мигрантов. Он также подчеркнул, что обеспечить безопасность в Европе без Венгрии и Сербии невозможно. Среди тех 670 контрабандистов, которые были задержаны в Венгрии, многие ранее сами прибыли в Западную Европу как нелегальные мигранты. Об этом говорил нашему каналу главный советник премьер-министра по внутренней безопасности. По словам Георгия Баконды, деятельность неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию, это равно приглашению для нелегальных мигрантов. Он также отметил, что все больше стран следует примеру Венгрии и защищает своих граждан заграждениями, потому что осознали, что миграция представляет собой серьезную угрозу безопасности. 97% венгров поддерживают меры по защите детей, показали результаты опросника в национальной консультации. Александра Сенкирай говорила о том, что большинство респондентов считают, что воспитание детей – это ответственность и обязанность исключительно родителей. Она также отметила, 98% респондентов считают, что Венгрия должна отстаивать свои интересы и не позволять Брюсселю шантажировать себя. В прошлом году от уплаты налогов были освобождены 57 тысяч многодетных матерей. Благодаря уникальной в Евросоюзе господдержке бюджет венгерских семей с четырьмя и более детьми увеличился на 22 миллиарда форинтов, заявил госсекретарь Министерства финансов. Андреш Талой напомнил, господдержка семей с 2011 года растет и все более разнообразно. Сумма, выплаченная семьям за этот период, составляет 380 миллиардов форинтов. Закрыть чрезвычайно успешный летний сезон внутреннего туризма. Об этом говорил нашему каналу заместитель генерального директора венгерского туристического агентства. Ласло Кённи добавил, специалисты надеются на такой же сильный осенний сезон. И для этого была запущена кампания по продвижению местных винных регионов. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи.